Сегодня 19 мая, мы традиционно в офисе 1580 узнаем, что произошло, хорошего, плохого за прошедшие сутки. Доброе утро, Сергей. Расскажите, что произошло за четверг, пятницу? За прошлые сутки у нас поступила информация о двух чрезвычайных происшествиях. На остановке 27-я школа в районе магазина «Конкорд» был обнаружен неизвестный пакет, вызывали туда все службы, опять проверяли, вызов оказался ложным. И на перекрестке улиц Соборности и Халтурина был сбит пешеход, 80 лет, автомобилист, который наехал на пешехода. Ну, там не тяжелые травмы, но тем не менее автомобилист скрылся с места преступления. По чрезвычайным все, по коммунальным службам. До сих пор у нас остаются дома без коммунальной нагрузки по электроэнергии. По Черновола 2Б, Европейской 68, Небесной Сотни 124, Бидного 1-3А, Понянки 75А, первые три подъезда. Значит, то есть те же, которые еще начали. Да, вчерашние дома. Мы выходили на начальника управленческой жилкомпании. Дома отключены за долги, ну, какие сейчас работу будут проводить работу среди жильцов, которые не платят, будут вывешивать объявления на домах. Ну, БУНР, я думаю, в ближайшее время, пока не будет тенденции погашения долга управленческой жилой компании, я думаю, что включать эти дома пока не будет. А сумма большая, да? Ну, я думаю, что там по разным квартирам разные суммы. Не сказать, что все полностью не платят, ну, есть. Тем более же это коммунальная нагрузка, которая идет именно, то есть не сами квартиры отключены, подъезды. По погоде на сегодня нам обещают днем 18-20 градусов, днем кратковременный дождь, возможно гроза. Ветер не сильный, 5-10 метров в секунду. В принципе, еще хочу сказать, уже более-менее мы начинаем выравниваться по лифтам. Остается у нас 17 лифтов не включенных. В основном остались лифты, в которых уже идут капитальные ремонты. То есть там, что долго стоят, которые сейчас Держгерпромнагляд проверяет, уже составили акты на устранение неполадок. Уже думаю, что скоро уже должно будет. Нет определенного района, а это в основном по городу. Да, 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 по городу. То есть, ну, когда мы заходим с капитальными ремонтами лифтов, то заходим мы не по районам, а именно там, где это больше всего необходимо. Но есть еще недостатки, надо будет их устранять. В принципе, что есть такие адреса, что уже готовы были сдать. Но приехали комиссии, составили акты, что нужно устранить определенные неполадки. Ну, в принципе, все на сегодня. Хорошо, спасибо. Хороших вам выходных. Вам также хороших выходных, поменьше чрезвычайных каких-то событий, больше улыбок и теплой погоды. До свидания.